это мужик, мужик. Уазик, УАЗик, одним словом. А это японские автомобили стоят. А это Япон, Япон. А это Defender. УАЗик, Defender или УАЗик, не знаю. Или Volvo назвать его. Не поймешь. Мордочка советская, СССРовская. Это... А из болотца нормально. Вряд ли тут на обычных мостах чтоб мог бы ехать. Или на этих квадроциклах. Мощных квадроциклах. Вы не подумайте, что я их отсекаю. Просто поездил и почувствовал. Квадроциклы тоже техника хорошая. Но каждому свое. Николай выбрасывает с протектора белшины большие куски грязи. Он, оказывается, умеет ездить поперек даже. Он нам наврал, говорит, что я не умею на механике ездить. Но это все вранье, я сейчас вижу это. Туда, Николай, туда едь! Станцуй, братиша. Мощные машины стоят. Да вам не какие-то китайские УАЗы, Дефендеры, а нормальные японские автомобили. 80-ка мегамощная. И патрол реактивный. Тут даже про слово мощный не надо говорить. Ездит без блокировок.
Николай любит трудности, он не любит понтов, блокировки. Это все не для него. Все летит сюда. Метров 15, чтобы вы понимали. Николай сейчас будет выкидываться с грязи. Очень жесткая грязючка. Это моя любимая грязь. Я очень не люблю воду, потому что она кончает стартера, мосты и все тому подобное. Его надо было просто раскачать нормально. Уперт свой Nissan. Он гонит. Вот так Александр любит свой реактивный. Бьет его со всех сторон. И 42 колеса. Не похер, все абсолютно.
Он так и хочет поцеловаться. Ехали куда кто. Здесь разместили уже реально месиво такое. Просто жесть. Вот Николай едет. Николай, нажми на педаль газа, ну. Песочек еще даже свеженький есть. Вон кому настройку надо, накопаем, обращайтесь. Пайзика!
трошки заглох. Николай сейчас нажмет на газ полный. Не может он нажать на полный. Ну, кажется очень хорошая. Я туда зашел, я бы там, наверное, уже утонул. Александр ломает кусты. Надо открывать новый бизнес. Копаем песок.
Что там, нагрелся? Великий Росса за рулем сумасшедшего УАЗика. Мы здесь намесили нормальную болотину. Вот здесь вот. Вот там. Там уже так... Ну, по прямой понятно можно проехать, но мы любители поразворачиваться на месте. Тролли там ехал лучше. Видел? Николай. Я на патруле там намесил уже капец. Так я здесь поперек разворачивался, ты видел? Ну я последний раз тоже поперек шмалил. Ну там где-то полметра. Ну я уже там с блокировками совсем чем можно так крутил. Я ни разу блокировки даже не включил. Ну я последний раз уже с блоками, понял, уже, потому что здесь реально уже канава такая, что уже просто жопень. Че ты ему даешь ездить? Да он сам попросил, слушай, Ну нормально. Там уже жопень такая, елки-палки. Сейчас я попробую там. Это же пиндус. Мы посадили дефазика. Ох, мы посадили дефа. Не, ну это Руслан посадил. Это Руслан его посадил. А ну скажи, Русланчик, как ты? Да не бачим дышать. Как ты мог опозорить Дефендера? Слышишь? Да. Возьми так руки вот так расщепири, так ровненько упади в грязь. Да. Да вообще, бля, конфета такая тут вообще, блядь. Да, Дефендера посадить, это, конечно, надо уметь. Это, конечно, не 80-ка, не патрол. Но сейчас я попробую на этом месте проехать. Что-то у меня такое чувство, что я проеду. Что-то у меня такое чувство, что я проеду. Не знаю почему, потому что...
Кто-то говорит, что легкие машины лучше едут. Но в некоторых моментах я считаю, что легкие машины... Вот сейчас она мостами, наверное, на грязючку коснулась и уже висит. А у меня, наверное, верхнюю грязючку продушат и колеса достанут до твердого. Сейчас свою ласточку там возьму. Это мы 80-ку специально не убиваем, потому что мосты уже чужие. Но не будем. Просто за компанию выехала, в грязь даже не заезжает. Слышишь, а он из себя надеждами тешит, что он же выйдет. Братишка! Бери как квадрика, толкай его! Выходи с машины и толкай! Братан! Или... Или... Братан! Ёб твою мать! Реактивный сидит! Сидит в полной жопе! Все! Это без вариантов!